35 лет он спасает человеческие жизни. В Ядринской районной больнице работает хирург Николай Теплов. С тем, для кого скальпель, продолжение руки, познакомилась и наша съемочная группа. В этой операционной чудеса происходят каждый день. Одно из них случилось несколько часов назад. Мы сегодня оперировали больного с лапароскопической стойкой, вот этой лапароскопической стойкой, желчекаменной болезнью. Очень сложно было в анатомическом отношении оперировать больного. И ожирение есть, и жировая клетчатка выражена, поэтому трудно было оперировать. Но все равно мы справились с этой операцией. С этой и другими операциями Николай Теплов справляется на протяжении 35 лет. Он хирург общей практики и хирург-травматолог. Тяжелые случаи, непредвиденные обстоятельства – все это уже давно стало привычным делом. Мы из соседних районов еще принимаем больных с Читайского района, с Моргавского района, черепно-мозговой травмами. Из Читайского района начали принимать, сейчас травматологических больных начали принимать, кроме наших районов, нашего населения района. На МТМ тоже вот выступает. В этом году уже 12 ДТП было, из них 8 человек мы госпитализировали. Различными травмами, обычно скелетные травмы. К чему приводят травмы и болезни, Николай Иванович узнал задолго до поступления в мединститут. У его сестры болезнь Литуа. Врожденная патология была. У сестренки она находит, с трудом ходит. Мне интересно стало вот это, почему так возникает, почему болезни бывают. И пришлось, ну, как-то пришлось выбрать такую специальность. Не жалею, что выбрал. После многочасовых операций работа у хирурга не заканчивается. Нужно заполнить истории болезни, решить организационные вопросы и, конечно же, проведать пациентов. Сергей, как самочувствие после операции? Нормально, хорошее. Хорошее? Да, самочувствие. Ну все, сегодня тогда будешь лежать, завтра будешь вставать, ходить, пить, есть можно завтра чуть-чуть. Теперь камней в желчном пузыре у Сергея нет. И это заслуга Николая Ивановича. Ну, я могу сказать, что это хирург, образ жизни. Без этого, хирург без этой работы не может жить. Если он действительно хирург, он живет этой жизнью. Без этого не может он жить. Надо ему каждый день оперировать, что-то делать. Николаю Теплову 62 года, и уходить из профессии он не собирается. Спасать человеческие жизни – то, что у него в крови. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Александр Петров, Республика.